Дошли до меня колоды авокадо. Так, и посмотрим, что это за колоды. Много видел видосов по поводу этих колод. Получается, коробки разные. Тут с косточкой, тут без косточки. Ну вот, было бы клево, чтобы и рубашки тоже как-то отличались, например, да, там. Здесь я тоже с косточкой, а тут, например, рубашки без косточки. Вот. Ну, не знаю, есть там такое, нет такое. Но в видосах всегда с косточкой. Так, скроем с косточкой. А нет, давайте лучше сначала все с косточкой, а я вот первую открою без косточки. Так. Есть. Так, тут ссылки. Внутри она более гладкая, мне показалась, более глянцевая. Ссылки на соцсети. Опа! Косяк! Косяк! Это что такое? Это вопросы будут к самим товарищам, которые укладывали, так как укладывали-то они их не на заводе. Рифл шафл. Ну, напишу, интересно, что они мне по этому поводу скажут. Видос-то у меня есть. Вот. Ну, ладно, отложу ее пока. Так. А, здесь вот получается одна полуавокадина без косточки, а другая с косточкой, а тут обе для фокусов, понятно. Так, джокеры. Не знаю, что это такое, 9 целей, 90. Так. Лица. Ну, я думаю, это уже и так все знают, кто как выглядит, так как много информации есть в интернете и на сайте самих Рифл Шафл. Так, поближе посмотреть. Ну, понятно, тут туз. С джокерами все понятно. Более подробнее рассмотреть. Так, так, я так понимаю, тут вымазал палец, что ли? Бутерброд с авокадо в руках. Тут корзинка с авокадами. Дальше. Так. Так, что тут у нас авокадо? Половинки авокадо держит, понятно. Тут на тарелочке нарезано авокадо в блюдце. Как это? Не корзинка. А, сетка. Сетка с авокадо. А, это так. Подумал сначала, что печать косячная. Это, видимо, просто меч запачкан в соке авокадо. Я думал, может печать. Но так как и с другой стороны то же самое. На обоих мечах, значит, так задумано. Так, веточка. А, нет, это не просто веточка. Тут он корешки, земля, то есть это молодая авокадо. Из семечки выросла, зашла недавно. Так, это оливковое, типа авокадное масло или авокадный сок. Там мелкими буквами написано. Так. Ложкой типа ест авокадо. Так, тут тарелка или как пиалка. Что-то сделано из авокадо. Так, суши из авокадо. Ну и все. Так.
Посмотрим тогда вторую сейчас колоду. Но вот у меня всегда какие-нибудь колоды приходят с каким-нибудь таким какими косяками. Так, ну что, давайте вскроем эту. Чем порадует нас эта колода? Но я бы делал бы именно так, что там было бы без косточек, а тут с косточкой. Но там все рубашки с косточкой. Так, ну тут. Так, все хорошо. Вот. Ну, здесь такая же, как и эта, только не мятая. Ладно, отложим. Так, ага. Ну, я думаю, они все одинаковые. Да. Все то же самое. И по лицам тоже. Ну-ка, по рубашкам. Ну да, все то же самое. А вот. Интересно, что мне скажут сами ребята по поводу данного дефекта. Как они предложат ли какую-нибудь компенсацию или нет, интересно, потому что другие ребята, например, как-то пытаются компенсировать. Вот такое дело.